видите? Очень экономные движения. И вот, и смотрите, еще чуть поточнее, вот из того, что мы там проходили. То есть у нас следующее. Вот следующее. Не. Вот. Четвертое. Да. Немножко непривычное положение для руки. А это важно, чтобы как раз эта нотка получилась. Жи. Жи. Вот оно. Смотрите, еще фишка. Вот не надо всю руку снимать. У нас здесь только по первой струне изменения. Ножка, кот. Просто подставить. Будто. Но это нож. Это не те слова. Нож как. Будто это ля минор, а ем. Будто нож какой. И бас на втором какой? Нож какой? Там бас уже по пятой, да, у нас? Да, да, да. Угу. Просто это важно. Соль мажор. Да. Это. Отлично, отлично. Только теперь все это медленно нужно проигрывать дома.